В Самарской области продолжается вакцинация от гриппа и коронавируса. Прививку от гриппа сделали уже более 727 тысяч жителей региона. В группе риска, по словам медиков, дети, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры. Врачи отмечают, что людям старшего поколения особенно важно пройти вакцинацию, чтобы избежать осложнений после болезни. Об этом помнят и сами люди серебряного возраста. Многие приходят в медицинские кабинеты на прививку. Дело в том, что я диабетик, и вакцинацию для таких, как я, необходимо хотя бы для того, чтобы сам процесс диабета проходил легче, потому что любая инфекция способствует тому, что сахар бежит наверх, и поэтому, если этого не делать, то, увы, я страдаю.